Активная жизненная позиция, умение держаться на сцене и проект, который действительно важен для общества. Это все, что необходимо для участия в конкурсе «Я гражданин России». 8 лет школьники Уссурийска отстаивают свои идеи перед аудиторией. На этот раз на победу претендовали 7 проектов. Каждый год есть такие проекты, которые достойны внимания и краевого этапа конкурса, и ребята получали призовые места в крае, и проекты действительно направлены на решение социальных вопросов. Это главный критерий, по которому мы сегодня будем выбирать победителя. Перед членами жюри стоит сложная задача, ведь каждый проект – это огромный труд школьников. В работе есть исследовательская часть, обязательный опрос и применение идей на практике. Ученики 131-й школы целый год продвигали свою задумку и теперь гордо говорят: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Бездомных животных признают 77% учеников, 73% из них считают, что животные становятся бездомными по вине хозяев, которые их выбрасывают. Проблема бездомных животных актуальна для Уссурийска. Приют для четвероногих переполнен. Однако каждый день появляются новые претенденты на казенные стены. Ученики 131-й школы взяли шефство над большим домом для кошек и собак и даже поспособствовали устройству питомцев в семьи. Из 4-х, 5-х, 7-х классов были взяты животные родителями, так как мы повлияли на то, чтобы у бездомных животных появилась семья. Исследовательская часть проведена, выводы сделаны, но школьники по-прежнему проводят акции в поддержку животных, покупают им корма, помогают в уходе и продолжают подыскивать те самые добрые руки для четвероногих. Все видят, и многие это знают, то, что бездомные животные – это проблема. Но я сейчас думаю, что больше такой проблемы не будет, хотя бы люди начнут делать первые шаги. Люди услышат, потому что уже видно, что люди делают первые шаги к этому. Исторические корни уссурийцев, проблема межнационального общения, экология города и края рассуждали ученики на многие темы. Но актуальный вопрос братьев наших меньших, где жить и что есть, который затронули дети, пленил членов жюри. Свой проект ученики 131-й школы отправятся отстаивать на краевом этапе конкурса «Я гражданин России». Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс.